Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Спасибо, Европа». Статья написана в субботу 12 июня 2021 года. Итак, начинаю. А начинаю я, ребята, со стандартного обращения к вам. Если ролик вам понравится, ставьте лайки. Очень прошу вас не стесняться и высказываться в комментариях по поводу услышанного и увиденного. От лайков и ваших комментариев зависит уровень выдачи ролика поисковыми роботами YouTube. А это означает, что все больше любителей футбола и профессионалов смогут ознакомиться с содержанием ролика и канала в целом. Также буду признателен, если поддержите канал в меру своих возможностей. Необходима информация под каждым видео. А теперь по теме. На днях разговаривал с человеком, который живет в Германии, но имеет российские корни. Он мне рассказал очень обнадеживающую и одновременно очень грустную историю по поводу обучения футболу в Германии. Завсегдатаи моего канала не могут не помнить разговор о том, что в академиях запрещают тренироваться самостоятельно. Много было эмоций и много противоречивых высказываний. Я всегда говорил, говорю и буду говорить о том, что без самостоятельной работы ни о каком профессионализме не может быть и речи. Я это обосновывал тем, что на официальных тренировках никто не занимается техникой. Официальные тренировки в академиях лишены персонификации осознанно, мол, нам некогда заниматься отдельными футболистами. Если, мол, кто-то не тянет, то вначале посидит на банке, а потом и вовсе будет изгнан из академии. Профессиональные тренеры говорили мне о том, что самостоятельные тренировки невозможны из-за физической перегрузки футболиста и из-за того, что эти самые футболисты самостоятельно все делают неправильно. Очень хотелось спросить у этого тренера, если они делают самостоятельно неправильно, то почему на официальных тренировках они делают правильно? А если делают правильно, то почему самостоятельно неправильно? Они что, тупые? Если футболист самостоятельно делает неправильно, то как он на официальной тренировке делает правильно? Если вы исправляете его ошибки, или вы исправляете его ошибки на тренировке, тогда почему ни один из футболистов не говорит о том, что с ним работают индивидуально? В общем, по мнению наших высокообразованных, высокоинтеллектуальных тренеров, самостоятельные тренировки вредны. Но все мы знаем, что наши тренеры заглядывали, заглядывают и, к сожалению, еще долго будут заглядывать в рот европейским футбольным тренерам. Тогда почему они так плохо заглядывают? О чем же мне поведал россиянин, живущий в Германии? Он мне рассказал о том, что в низших эшелонах немецкого футбола почти такой же бардак, как и на постсоветском пространстве. Но там, где готовят будущих игроков Бундеслиги, картина совсем другая. В серьезных футбольных академиях, что я видел своими глазами, часто останавливают игру и показывают ребятам, где была ошибка и почему. Таким образом, ребята учатся правильно видеть поле и принимать правильное решение. Тренеры не сидят на скамейке с приклеенным к уху смартфоном, а активно наблюдают за игрой ребят и находятся в режиме постоянных подсказок и объяснений с помощью периодических остановок игры. А теперь вишенка на торте. Немецкие тренеры дают воспитанникам домашние задания. И не только дают их, но и проверяют их исполнение. Так и хочется сказать нашим тренерам. Ребята, если уж вы заглядываете в рот футбольной Европе, то делайте это добросовестно. Если вы, я обращаюсь не ко всем, а к большинству футбольных тренеров, считаете футбольную Европу более продвинутой, то почему игнорируете домашние задания подопечным? Почему не занимаетесь обучением ребят пониманию игры прямо на футбольном поле, останавливая игру? Почему персонификация тренировочного процесса для вас это табу? Не хватает мозгов организовать тренировку так, чтобы разные футболисты занимались разными упражнениями? Да, это сделать непросто. Непросто, когда ничего делать не хочешь, а когда хочешь,
Тогда готовишься к тренировке, хронометрируя исполнение упражнений тем или иным футболистом и пытаясь разные участки тренировочного пространства свести воедино так, чтобы тренировка для всех заканчивалась в одно и то же время. Нельзя допускать, чтобы Иванов и Петров уже закончили тренировку, выполнив все тренерские задания, а Сидоров и Пирогов еще 15 минут оставались на поле. Подобные вещи можно допустить, если после вашей команды никто не выходит на тренировку на этом поле. Если же время расписано, то подобные вольности недопустимы. А для этого нужно что? Для этого нужно к тренировке готовиться тренером. Не царственно сидеть на скамейке, периодически посвистывая в свисток, а быть активным участником всех сценариев тренировки на всех участках тренировочного пространства. Когда я узнал, что немецкие тренеры часто останавливают игру и объясняют каждому, что он сделал не так, а потом узнал, что они дают ребятам домашние задания и проверяют их, мне захотелось во все горло крикнуть им «Спасибо, Европа!». Учитывая сказанное, хочу обратиться к тем тренерам, которые заявляют, что самостоятельные тренировки невозможны из-за физической перегрузки футболиста и из-за того, что эти самые футболисты самостоятельно все делают неправильно. Может быть, немецкие футбольные специалисты тупые? Тогда почему немецкие клубы и сборные в целом имеют в 10 раз лучшие результаты в турнирах, нежели наши убогие постсоветские команды и сборные? Так вредны индивидуальные тренировки или нет? Пусть футбольные тренеры сами себе ответят на этот вопрос, и пусть их ответ будет на их совести. А тем, кто любит заглядывать в рот футбольной Европе, у меня большая просьба. Я уже об этом говорил. Заглядывайте, пожалуйста, более добросовестно, со старанием и с вниманием. Возможно, тогда вы увидите, что спецы на Западе не видят вреда в индивидуальных тренировках. Скорее наоборот. Даже удивительно. За последние 20 лет у современных спецов, к сожалению, забугорных, не расходятся взгляды с вашим покорным слугой. Это вселяет надежду. Вселяет надежду на то, что современная футбольная наука и практика доберется и до других важнейших сегментов футбольного искусства. Мне очень приятно осознавать, что хоть где-то появляются островки здравомыслия и добросовестности. Верю, что и у нас что-то подобное появится. У меня все. Пока. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Впереди еще очень много интересного, неожиданного и эксклюзивного.